Мы ничего не можем дать тебе взамен, Боже, только наши открытые преданные сердца, Господь, верные тебе, Господь Боже. Воспевать твоему святому имени, Господь, чтобы это хвала, Господь, нам была приятна тебе, Господь, когда мы поем нашими открытыми сердцами, Господь Боже, воздавая тебе все, что принадлежит тебе, Господь Боже, и на небе, и на земле, Господь. Потому что воистине, Господь, ты прекрасный Бог Божий. Нет подобного тебе, Иисус. Аллилуйя. Наши сердца поют тебе славу, Господь. Нет подобного тебе. Не подобного тебе.
нет подобного тебе, Господь. Нет подобного тебе, Иисус. Раз, два, три. Нет подобного тебе, Господь. Еще давайте, мы любим тебя, Господь. Мы любим тебя, Господь. Мы любим тебя, Господь. Аллилуйя. Не стесняйтесь, выражайте ему свою любовь, потому что когда мы приходим к нашему Отцу, он ждет диалога. Братья и сестры, он ждет диалога. Он ждет, ему нравится, когда дети его говорят ему о любви, а то, что он нужен нам, а то, что мы не можем без него, что мы не безразличны к нему. Аллилуйя, он так много делает для нас. А от нас просит так мало. Он даже не требует, он просто ждет. Он просто тихо ждет. Очень мало наших открытых сердец, нашего поклонения. Аллилуйя.